Я пришла и страшно мучилась, потому что мне совсем спектакль не нравился. К пониманию современной хореографии нужно готовиться с невероятной силой, напрягаться, и только тогда ты откроешь прекрасный мир, который называется современный танец. Алло, люди, есть искусство, а есть мыло. Мы начинаем цикл передач о современном танце. Я, Алла Сигалова, поделюсь с вами впечатлениями, мыслями о танце, расскажу о новой хореографии, о новой драматургии, открою имена легендарные, культовые, известные только узкому кругу театралов и профессионалов. «Глаза в глаза» с Аллой Сигаловой.